Ну что же, всем добрый день. Пока что еще день. У нас в Москве 6 часов, но уже скоро наступит вечер. И у нас неожиданно замечательная игра между командами Moscow Five и Mortal Teamwork. В рамках финала лиги ФПЛ. Сразу после этого матча, который идет до двух побед, по правилам Best of 3, пройдут первые раунды квалификации к DreamHack, где Moscow Five будет бороться с каким-то шведским и другим зарубежным мясом. И я надеюсь, что без проблем пройдет его. Ну, а пока что все внимание именно на эту игру. Итак, первый бан в исполнении Moscow Five. Вангую антимага. Если по ГГ. Нет, смотрите-ка. Мишка, минус ликантроп. Здесь какие-то непонятки с Дотой. В последнее время минус Виномансер. Видимо, здесь что сейчас будет? Минус Брудматушка. Ну, последнее, что мы видели от ПГГ и компании, это игра с Нави. Ну, Нави пока на недостижимом уровне для нашей команды. И это очень-очень большое горе. Но надеюсь, что с MTW они все-таки покажут класс. Вчера я видел игру MTW против команды NextKZ. И как бы очень уверенно была проведена игра от MTW и выиграли без проблем. Но будем надеяться, что сейчас у них возникнут не только проблемы, но и выиграть у них не получится. Забирают Чена, сейчас, видимо, пойдут по лесникам крошить, убивать. Да, минус Фурион и фаза пиков. Ну, наши банили первыми, пикают первыми. Что-то здесь не так, кто-то очень удачлив. Итак, первый пик. Задумались. Смотрите, Тайда не забанили. Ну что, будет у нас оживший арбуз? Может быть, да, может быть, нет. Я думаю, Тайда, ВР-очку обязательно будут брать. Ну, вот решают. Энигма тоже есть, но первым брать Энигму и потом два пика отдавать врагам, это достаточно, ну, странно будет. Но, тем не менее, думают ребята. Нет, Лишрака берут. Ну, Лишрак, герой, как бы, многопрофильный, не хватает только ХП. Будет ХП, будет бегать, убивать. Не будет ХП, будет отмирать там от 2-3 спеллов хороших. Квапа также есть. Ну что, сейчас Тайтхантер какой-нибудь? Нет? Сложно сказать. Ну, может быть, что-то нам подготовили игроки из Moscow Five перед своей поездкой на финал StarLadder. И что, хотят запалить тактики? Любимая кайсерская шутка. Проиграв где-то в начальных раундах, сказать, что мы не полили тактики. БМ Энчантерска. Есть лесничок у команды. МТВ у нас пока ничего нет. Ну и пик был один. Вот два пика. Сейчас очень хороший момент, чтобы и лесника взять, и может быть там квапа, виндранерка, которую не забанили. Потому что у MTW, ну, есть лесничий, но пока нет героя, который будет терпеть на линии в одиночку. Ну, наверняка появится, еще трех игроков можно взять. Трех героев, я путаюсь немножко. И вот два пика. Ну, достаточно так. Ну, ВР-ку, конечно, берут. Виномансер забанен здесь. Но виндранерка, и к ней в компанию нужен какой-то лесник. Может быть, дотерпит до конца. Нет, на НС берут. На мидл. Инвокером отвечают на мидле НСу. Ну вот против инвокера НСу будет не самый лучший вариант по фарму. Если только БМ на мидл не пойдет. Если БМ пойдет, все будет неплохо. Банят Вики. И у нас остались последние баны. Два на MTW и один на Moscow Five. Так, убирают Энигму. Ну да, ну поняли, конечно, MTW, что раз там взята виндранерка, будет взят какой-то лесник. Но, скорее всего, я думаю, если забанили Энигму, Фуриона, Чена и Ликантропа, то будет... Кто там будет? Дарксир. При том, что очень часто на Дарксире играют М5. Ну, последние игры, то, что я видел, довольно неплохо отыгрывал Дарксир. Минус Магина. И на Дарксире там Blood Angel бегал. Последний бан в исполнении MTW в этой игре. И это минус говорящий арбуз, оживший. Берется лич. Ну вот, что-то интересное такое. У нас три героя на интеллект сейчас у команды Moscow Five.
И посмотрим, чем будут отвечать MTW. У них 2 на интеллект пока что. Ну, как бы Найтсталкер здесь. То есть должен быть лесник, безусловно. При этом. Либо какой-то герой, который будет фармиться. Найтсталкер будет перекрывать просто возможность MTW какие-то вести действия в половине игры, то есть ночью. Бегать, гангать. И давить их этим. Все время держать под контролем. Ну и при этом мы видим, что здесь очень много спеллов. Здесь пауэршот хороший, ну и Шейкл Стан. Здесь тоже Нова, Чейн Фрост. И по нюкам мы видим, что по нюкам пока, конечно, команда Moscow Five впереди. Здесь Стан, Молнии, здесь пауэршот, Войд. Здесь тоже. Ну вот Crystal Maiden где-то, здесь только как бы Секира и Крик. Ну, Инвокер, конечно, есть. Ага, вот кто будет терпеть. Ну что же, понятно, понятно теперь. Кого, на что, как бы, пошли Moscow Five. Терпеть в лесах, он в лесах у нас будет Найкс. И, как бы, не давать подобраться к Найксу и пытаться контролировать игру будет Найтсталкер. И при том, что достаточно много здесь рейнджовых спеллов, то есть Powershot, там, молнии, пушить команде MTW будет очень тяжело. При этом, что так-то на пуш у них особо-то и никого нет, кроме Энчантрески. Ну вот последний пик за MTW, и посмотрим, может быть, он улучшит их положение. Потому что пока, если игра уходит за 30-ю минуту, и Накс свободно фармится, а он будет свободно фармиться при наличии Баланара, заметьте, уже не НС, не Найтсталкера, а Баланара, я... О, Джаггернаут. Интересно. Интересно, Джаггернаут берется, но... Да. Джаггернаута. Атака ульт. Физический дэмэдж. Первое. Ну вот, как бы что. Ну окей, мы видим, что Джаггернаут, видимо, кто ему пойдет. На верхней линии MTW будет Джаггернаут, ЦМ-ка в лесах. Ну так-то неплохой расклад, однако кто-то, либо Инвокер, либо БМ, тот, кто будет стоять на длинной линии у MTW, он будет, ну, очень-очень серьезно заглатывать. И сейчас я посмотрю, мне там что-то пишут, на секундочку. Так, и мы продолжаем. Игра на паузе. ПКГ как бы дает расклады, что дилей достаточно большой, 2 секунды он пишет. Но здесь что-то с серверами не так. Сейчас, ну, в доте там тяжело ищется сервер. Ну и вообще вот Вигас отвалился. И пошло народное творчество. Наскальная живопись в исполнении ПГГ. Ну, или кого-то еще. Возможно, сейчас будут искать другой сервер, и нам придется чуть подождать. Ну, пока что по составу, конечно, предпочтительней выглядят М5. И Найтсталкер здесь как гангер хороший. И будут не давать пушить. И нюков много. Здесь, конечно, не так все здорово. Ну, посмотрим, что нам MTW покажут. Может быть, у них какой-то есть суровый план. Да, ну вот, как бы, печаль, печаль. Я думаю, что это ПГГ делает. Мне кажется. И вот они идут на верхнюю линию, все в пятером, чтобы там вардов не дать, а пока стоят. М5, видимо. Ну да, Буланар, конечно, на центр побежал. Наксятина в леса. Внизу будет что? Внизу будет... Кто будет терпеть в одиночку? ВРК, конечно, и... Лич с Лешаком на верхней линии встанут. Ну, для них это будет не самым лучшим вариантом, потому что они малохэповые. И... Нет, ВРК идет на верхнюю линию. Ну, все правильно здесь. То есть, понимают М5, что кого бы они из двух любых героев не поставили на верхнюю линию, изолировать
Джаггернаута от фарма, при том, что они понимают, там будет ЦМ-ка и Энчантерская, им не удастся, поэтому они отправляют туда ВР-ку, и здесь на нижней линии, ну кто там, Инвокер или Бестмастер, он будет действительно стоять очень долго под башней, ему будет тяжело, очень-очень тяжело против вот этих двух адских нюкеров, Лича и Лишрака. Кстати, давайте посмотрим, кто на ком у нас играет. Посмотрели Рошана, не зашли ли на Рошана. Окей, у нас ПГГ на Лишраке. И как бы все, на этом Blood Angel на ВР-ке, и на этом мои знания их ников заканчиваются. И у нас вот здесь Синдерин на Инвокере, Кебаб на Энчантерске. Поехали, обменялись вардами. Вард здесь поставлен на ВР-ку, но ВР-ку здесь убить... Кубик будет, и может быть что-то получится. Там всего по 3 секунды, и кубик у нас сколько дает? 1,5. То есть уже где-то на... Если кубик на второй уровень прокачать, уже ВР-ка может и не уходить, если будет поймано в кубик через там несколько сотых секунды. Ну, понимает, вот как бы, что и должно происходить. Но то же самое происходит здесь. Вот, посмотрите, БМ. Однако Накс здесь, Лич здесь отводит. Что такое? Что такое? Непонятно. Так, Лич отводил. На центре Инвокера против Вигаса. Ну, здесь вот за счет ренджа, за счет демеджа. Так, ну, Лич здесь не, вряд ли что-то сделает с сакрифайсом. За счет демеджа, конечно, и ренджа будет контролировать эту линию Инвокера получше, если он будет немножко поагрессивнее играть. Вот здесь Лич так троллит, конечно, Инвокера. Мисс, да, не очень повезло. ВР-ка бежит, ну, да, здесь был такой момент, что ЦМ-ка решил как-то агрессивно сыграть. И что у нас на нижней линии? Посмотрите, отводами занимается Накс. И Бестмастер пытается подскрести себе немножко опыта, и он подскребает, он уже на втором уровне... Также, в принципе, ну, Лишрак уже почти третий. Здесь уже третий. Да, это достаточно интересно. Так, что там у нас? Code Snap. И отгоняют. Ну, Личу очень-очень сильно нужен второй уровень, чтобы хотя бы что-то делать. И посмотрите здесь, двойной стак от Мейденки. И вот эта девочка здесь тоже отводит. Сейчас здесь будет клэп-клэп. И Джаггернаут понимает, что отвод пошел, потому что стоит здесь вард и не контрвардит. Так, вот здесь варда нет, но Бестмастер как-то догадался, в принципе, даже не дойдя, что руна наверху. Regeneration, Лич второго уровня, так. Вигас отрезает инвокера от регена. Пытаются они накинуться на него, ну, будет ли нова? Да, есть нова, там рейндж достаточно большой, но, как бы, демеджа на первом уровне... Крохотулечку. И вот здесь что-то готовится. Посмотрите, дымок. Есть фростбайт, есть нова. И вот поскакали они. Что-то как-то странно. ЦМ-ка решила действовать. Они, видимо, будут заходить в спину. Да, ну что ж, начинают. Все правильно, крипы пропушили. Нет, смотрите, далеко отошла. Сейчас будет тяжело. Есть ли здесь слоу? Да, есть слоу. Ну, кто начнет, нет, видит. Сетка, фростбайт. Фростбайт? Да, фростбайт. И уходит она под виндраном. Так, ну что, пауэршот бы не помешал сюда. Но на самом деле, что здесь? Здесь второй уровень. Только что был получен. И сейчас еще крипы загрызут. Посмотрите, 16 хп. 16 хп. И здесь подскребают башню. Ну, конечно, не убьют ее, но ВР-ке очень сильно повезло. БМ третьего левела. Давайте вообще взглянем, что у нас здесь происходит-то. Значит, Лишрак на нижней линии 15 к 2 против БМа 6 на 0. На центре у нас Инвокер 3-3 против 13-8 Найтсталкер, которому ассистирует Лич 2-2. И на верхней линии у нас Джаггернаут 15-5 против ВР-ки 2-0. Ну, как бы дефолт. Это можно было догадаться о том, что игра будет развиваться именно таким образом. Ну, сейчас ВР-ка хоть чуть-чуть может пофармиться, потому что Vision есть, понимает нас, что никто к ней не идет. Так, и у нас через 2 минуты, если не ошибаюсь, наступает ночь. 4-го, 5-го Лишрак. Вот начинает подпушивать здесь. Ну, здесь как бы сразу глиф заюзан. И ловят инвокера здесь. Смотрите, не тратит он ману вообще никаким образом.
так. Вот Void есть, но Void второго уровня, там тем более дерево, попадается Cold Snap. Ну вот неаккуратно сейчас сыграл Вигас, что в принципе достаточно странно, учитывая, что он не потратил до этого момента ману и решил вот так вот вперед полезть. Есть баночка, и где же у нас лежит руна? Судя по всему, да, снизу хосты, идет проверять лич, и хосты для Баланара здесь, это очень хорошее подспорье. Однако вот полетела птичка, тоже увидел инвокер, и Баланар, конечно, кидается на эту руну. ПГГ промахивается станом здесь, преследует его Бистмастер, но ПГГ как бы говорит, не, братюнь, у меня есть, да, ПГГ что-то сегодня совсем не целок. Так, Powershot, пятый уровень, ну вот, как бы набросился, может быть, что-нибудь получилось, хотя там был Виндран и вряд ли. Итак, загоняют БМа, Баланар на хостах, Войд второго уровня, пытаются без маны ПГГ. Забирает верхнюю башню в этот момент, пытаются там ВР-ку преследовать. И вот здесь Cold Snap Вигаса, еще одна нова заходит под хостами, опять промахивается станом ПГГ и отходит назад, несолоно хлебавши. Ну, здесь что-то с ПГГ не так. Здесь на самом деле гонят. Посмотрите, пятый уровень, он бежит, юзает первую. Ну, здесь пуш просто адский идет. Сейчас еще подойдет волна крипов. И БМ возвращается к себе на линию. Здесь соскребает две башни подряд, не останавливаясь. Ну, прекрасно понимают игроки команды MTW, что для них будет означать пролонг этой игры при присутствии здесь Накса. И поэтому они пушат. Ну что же, вот ловят лича и забирают лича. Так, и смотрите, Найкс погибает где-то в лесах. И в этот же момент отдается у нас лич. Какая-то странная игра в исполнении команды Moscow Five. ПГГ промахивается станами, Найк сдохнет в лесах, лич отдается здесь, хотя было понятно, что не стоит сюда подходить одному. Там сразу Фростбайт залетает. Ну, тем не менее, 2-0. Тем не менее, 2-0. И смотрим, что у нас. 24-11 НС, 10-5 Инвокер, 34-7 Джиггернаут, ВР-ка 11-2. Ну, пятый левел есть, еще даже не шестого. Ну, вот, как бы Void, но Void без таких изысков. Подходит здесь лич. Ну, видит, конечно, его. И посмотрим, что у нас там снизу, как Лишрак-то. Лишрак 40 на 3. Пока лучше всего себя чувствует Лишрак. 2300 нафармил. Нет, лучше, конечно, чувствует себя Джиггернаут. Уже 6 уровень есть, и вот Джиггернаут здесь бегает. Он как-то хочет набросить на Blood Angel, но ему этого сделать не дают. И Вигас здесь теряет драгоценное время. То есть, так, лич фармится исключительно новыми. Лич Вигас теряет здесь время, которое можно было бы использовать на ганке. Cold Snap, Void, но здесь ожидает Джиггернаут, думает, что лич сейчас будет отходить назад. И похоже, он чертовски прав, оказывается. Нет, лич все-таки миновал собственную смерть. Так, НС. Ну, здесь Cold Snap уходит в леса. Посмотрите, следовал бы на фейзах. Так, есть Void, накидывается на лича, забирает лича. Нет ульта, есть мана на первую. А Войдит это Void в ЦМ-ку. И надо ЦМ-ку забирать здесь. Но она пытается джук лайк и бойк, забирает ее. Здесь драка, Накс против этого стан наконец-то попадает по ГГ. И это минус Джиггернаут. Ричит в лайфстилера, забирает у лайфстилера, что, в общем-то, неудивительно. Забрать у лайфстилера, который отдается в лесу. Так, ну что здесь? Торнадо и инвиз переключается. Был ли сайленс хоть на одном уровне? Нет, не было. И шансов взять здесь не было. Верка получает неожиданную передышку и использует ее, чтобы пофармиться. Так, а что у нас у Найкса? Как вообще? С кого это? Ну, пятый уровень, да, здесь все ясно. И пытались Лишрака здесь взять, но отошел назад и вовремя подкрался лич. Однако вот завардили нехороший МТВ. Пропушили целиком всю линию, вот здесь уже связка, знает прекрасно Blood Angel, что ультимейта нет. И Лишрак, посмотрите здесь, есть первая, пытается Powershot минус, ой, как плохо, ну! Последний удар, ох, заюзал, как хорошо, набрасывается, ПГГ агрессивно разыгрывает. И уходит, вот это ПГГ, Володя, молодец. 4-4, сравнялись команды. Ну, и что у нас там по фарму?
Так, 37 на 7 по-прежнему у Джиггернаута. Ни на капелюшечку он не продвинулся. 48 на 6 у ПГГ. 28 на 0 у Лайфстилера. А что по предметам вообще? Аркану ПГГ. Но как бы ХП нет до сих пор. Наксятина куда идет? В Hand of Midas поставлен вард здесь. Верка уже собрала фейсбуцы. Сейчас на пути, видимо, все-таки будет первым артом. Вторым, точнее, Мека. И форстаф уже потом. Ну и Найтсталкер, который должен гангать, но пока не гангает. БМ уже собрал медальон. И здесь только арканами Джиггернаут, что там на Battle Fury, видимо, копит. Ну, пока ничего интересного. По голде такое равенство, по XP тоже. Нет, по XP на 4000 впереди Moscow Five. И поставлена пауза. Лаг, гол. Никакого лага. Чантерска 5-го, ЦМ 5-го, 6-й, 7-й Джаггер Бестмастера, 6-го Инвокер. Здесь все 6, ну, 2 6-х, 2 7-х и ПГГ 9-го. Связка хорошо заходит, но здесь есть ультимейт. Жжет Диаболиком. ЦМ-ка на помощи. И посмотрите, меняет. Нужно бить сейчас. Плохо ПГГ сыграл. ВР-ка уходит, забирает, размен 1-1. Хватит ли здесь? Нет, слоу пошло. И, ну, здесь было бесполезно убегать. Однако вот здесь ловит инвокер, но там будет переключение, инвиз, уход. Разменялись было, но не дали ВР-ке уйти. Опять же, там на первом уровне, то есть время действия 2.75. И если бы, конечно, прокачал, то убежал бы. Но куда там прокачивать? Там нужен пауэршот, нужен шейков. Грызет здесь Найтсталкер, просто адский пушер. И на центре там разыгрывают инвокера. Ну, здесь против иллюзии лича. И забирают башню вместе с Наксятиной. Накс уже 7-го уровня. Собрал себе Power Threads. БМ подходит, сейчас будет рычать. Рычит в Накса, и Накс сейчас будет прятаться в крипах, мне кажется. Нет, Накс не прячется. Баланар помогает, посмотрите, что они делают. Они сейчас теряют ХП просто. Накс дерется, он знает, что у него есть на ультимейт еще. Войд заходит в Джиггернаута, грызут Джиггернаута. Рычит, инвокер приходит на помощь, и Накс решает уходить назад. Колдснэп в Накса, можно было прятаться в крипа. Нет, Накс решает уходить под иммунитетом и уходит Накс. Опасно сейчас было. Что это было? Такой пугающий стан от ПГГ, типа БУ! И враги убежали в ужасе. Ну, Володя такой, да. Ему пофигу, какой трек. Я вот был на базе, это его любимое выражение. Пофиг, какой трек. 5-6. Счет на одно очко лидируют игроки команды MTW. И по голде, ну, не намного лидируют М5. И по XP на 3000 спустились немножко, было преимущество. Так, ловят здесь Enchantress'ку, на, кстати, накидывается хил, и вот здесь вопрос, хватает ли демджа? А, ну, конечно, демджа хватает. Булденджел пытался там пауэршотом что-то сделать, но все-таки забрал это Накс. Ему нужно было так ново от лича. Пытаются здесь не дать уйти скелетикам, чуть голды, плюс 9 голды за скелета, ура! Так, ну, ПГГ просто показывает теперь, что вот сейчас он за всю фигню, за все те станы, которые он промазал, он сейчас будет отыгрываться. Хосты заканчиваются, и ПГГ убегает в лес. Так, здесь фейзы, Ring of Hells, Void. Но здесь никто не ассистирует НС. Здесь есть ультимейт, поэтому накидываться не имеет смысла. Однако 1200 хп у НС подсказывает, что, в принципе, с ультимейта Джиггернаута убить его будет невозможно. Но здесь использован дым, и сейчас, если НС не прочухает это, ему грозит как бы смерть. Вот, полезет он, полезет. Войд, крик, кричат. Срубают. Но вас забирают НС здесь. Да, Вигас не знал, что там дымок. И готовы забирать центральный Тиван у нас. Ребята из MTW. В это же время Бладенджел фармится внизу. Подходит вот эта бригада. Но они вряд ли что-то смогут здесь сделать. Два против... Раз, два, три, четыре, пять... Пошел, как хорошо зашел ульт, как балансы сладенько полетели, вот они собрались здесь, вы посмотрите, какие они сладенькие, и ПГГ попадает станом, Накс набрасывается, грызут, ох, великолепный ультимейт от лича, ПГГ, как я и говорил, отомстил за все те станы, которые он промахивался, и 10-7, 10-7, Enchantress'ка в ужасе убегает. Ну вот у нее есть как бы маленький урс, он сейчас будет делать здесь клап-клап.
Заходит на центральный Тиван, поменялись. Ну, квэп, так, оп, оп. И, смотрите, ну, окружает маленького Урсу и ням-ням. Ням-ням делает Накс. А, телепортится, втроем подходят, Нова, Enchantress Claw. И кто у нас здесь? БМ кричит. Крик на кулдауне, 6 секунд, НС поймали, да. Ну, здесь не очень здорово все было, нужно было пораньше отходить. Но не поняли этого. Может быть, нужно было верхнюю башню собирать. Вот сейчас, по-моему, ПГГ как раз собирается. 230 хп у ПГГ. Но он все-таки знает, что здесь атакует центральный Тиван. И поэтому тусует. Однако, вот он подкрадывается, Джиггернаут. Но нюх у ПГГ, как у собаки, а глаз, как у орла. Криком достают ДВР. Забирают. Накс. Ну, маны нет. Правильно сделал, что не полез. 10-9. Вот то численное преимущество вторых фрага постепенно теряется командой М5. Но, тем не менее, они пока впереди. По голде на 2400, по XP на 7000 уже опережают практически. На 15-й минуте достаточно неплохо. ЦМ-ка под дабл-демеджем и идут за ней. Так, Лич сейчас будет девардить, очевидно, здесь. Кабан. Свиноводство, я бы сказал, даже процветает здесь. Так, ну что, куда? И... Давай, покажи нам. Куда? Сюда? Ну, там сейчас дабл дэмэджа. Накс набрасывается. Слоу. Нова на кулдауне. 3, 2. И... Ну, здесь окружать-то некому. ПГГ пытался закинуть стан, но не хватило рейнджа. Так, где вард? Ну что, видят вард они? Вот где. Так, видят здесь. Да, Личу как-то сегодня не везет. Все, миссы, да миссы у него. И... Ну что, а этот не видит, да? Ну окей. Иллюзия. БМ. Сколько там, 68 секунд кулдаун ультимейт, такое впечатление, как будто 60. Ульту БМ, как такой хороший фильм, вроде бы долгий, но связывает Blood Angel. Красава! Красава! Blood Angel! Тагил! Связывал, взял башню, технично разыграл. 11-9 счет в пользу команды Moscow 5, и, конечно, они здесь пока впереди. И почему-то перестали пушить MTW, хотя для них это закончится очень плохо, потому что сейчас наксять на здесь. Но на самом деле мы видим, что Накс у нас 5100, Джиггернаут 6200. То есть Джиггернаут по фарму, по голду полученному получше, но ему и денег нужно больше, чем Наксу. Накс уже омлеточку собрал. И курятина здесь летает. По предметам, что у нас, посмотрим. Так, идет, видимо, в пайпу здесь у нас Бестмастер. Здесь уже скоро будет мека. Насколько скоро? Уже сейчас должна быть. Найтсталкер пока ничего. Здесь армлетка. Здесь, видимо, Аганим будет. И здесь пока тоже так, все помаленьку. Вот барабаны есть. Так, Лишрак здесь и Энчантреска. Так, курица там Лишраку что-то несет. Нет, не Лишраку, кому-то другому. И вот что у нас здесь происходит? Здесь Crystal Maiden пытается разобраться с иллюзией Вигаса. Вигас просто так троллит ее по чуть-чуть. На нижней линии сам настоящий Вигас. Воплоти. Cold Snap сейчас, видимо, получит. Нет, там торнадо уже и что, EMP. Так, ну и что, минус мана вся, да? Минус мана, но успевает Войд засунуть. Верка сразу кидается. Как будет связка? А, нет. Уходит в инвиз. Инвокер. Инвокер так просто не взять. И Regeneration забирает у нас Бестмастер. И наверху фармится у нас Джиггернаут. Так, Лич сейчас очень странно разыгрывает. Сейчас он получает крик. А, здесь Лишрак подходит сверху. Так, ну понятно, понятно, что так Лич решил агрессивно разыгрывать. 1400 уже у Джиггернаута. И... Должен сейчас уже покупать себе мечишка. А нет, здесь у нас Bloodstone. Так, скачет ПГГ и станом попадает. И Диаболик жжет, больно, ультимейт. Хил-то не хватает, или хватает хила? Нет, не хватает, конечно же, хила. Но вот здесь зажимают с трех сторон, зажимают. И ультимейт будет ли? Нет, решает не сливать, бежит. Хелпа, торнадо, может быть, сказать, спасает. Есть ульт, надо кидать ульт. Пошел ульт в троих прямо, ох, как сладенько. Но они быстренько разбежались.
И ситуация резко поменялась. Уже игроки команды Moscow Five преследуют своих оппонентов. Ну что здесь... на самом деле, все-таки не нужно было, видимо, Джаггернауту сейвить свой ультимейт. Он, наверное, все-таки не убивал с одного ультимейта Лишрака, у которого сколько хп у Лишрака? 1300, но потом под прокруточкой мог бы как-то выйти на убийство. Под башню прям подкрадывается Накс, какой наглец! Никакой совести у Накса. Но они здесь вчетвером. Нова в Накса. Так подите прочь, уважаемый. Втроем пока встали. На центре Джаггер. И подходит уже инвокер. Здесь ребята, видимо, четко решили взять башню. Есть диаболик. Сейчас, ну, башня должна быстро скребаться. Перехватит ли Джаггернаута? Нет. А Накс все-таки накидывается. И смотрите, все в Лишрака заходит. Заскребает его очень быстро. Подгрызается эмку. Ульт Джаггернаута практически весь заходит в лича, и... Да, криты помогают. Blood Angel. Мало Джаггернаута. Ловит прям в голову. Джаггернаут очень плох. Накс гонится за ним. Переключается на инвокера, но, по-моему, здесь не убит. Нет, есть слоу и забирает. В этот момент Баланар делает даблкил. Джаггернаут бестмастер. Гонят они еще. Гонят инчадерскую. Хил на кулдауне. И это найтсталкил. Трипл килл. Очень хорошо разыграно. 17-12 на 5 фрагов. Минус 5. Разменяли на 2. Хорошая результативная драка для Moscow Five. Несмотря на то, что даже так Лишрака разобрали просто в 2 прихлопа. Но свое дело он сделал. Там нанес какое-то количество дэмэджа. И пошел фармиться на верхнюю линию. Ну, здесь сразу все прям поднялось у Moscow Five. Плюс 5200 по голду и порядка 12 тысяч по XP. Так, 50 секунд кулдаун, здесь 4 секунды. Сейчас, кажется, ПГГ будут брать, но... Так, и... Да, нет, ну здесь, конечно, не достанет, что у ПГГ... Нет, ботинок на ботинок, но... Все равно не хватило скорости. Ночь. Ночью все кошки серые. Дабл дэмэдж у Баланаров. Пролонгирует, так сказать, он ночь, дымок, варды. Ну вот варды, как бы, пока по вардам все-таки мы видим, что контроль карты получше у Moscow Five. 2-1. А, вот здесь Синтера стоит. Ну, она как бы ничего не решает. Чантерска фармится. Сверху ПГГ. ПГГ не попадает молниями почему-то. Или там молнии какой-то. Да, не попадает молниями. Совсем не везет. Баланар под дабл дэмэдж пытается уйти. Ультимейт сейчас заканчивается. Ох, Баланар не туда залез. Однако здесь ультимейт. Баунти пошли, но слишком много крипов. Лич забирает все-таки Джаггернаута. Нет, забирает Лича, точнее, я ошибся. Кричат в Лишрака, пытаются грызть. Жжется Лишрак нещадно, заскребают. Накс продолжает воевать один, Баланар решает уйти. Но вот сейчас зачем уходить? Можно бить, нужно бить. Секиры летят, бьют. Ждет возможность кинуть нову, кидает нову, убивает инвокер. Инвокер блочится. Так, на себя сбивают, пытается уйти. 30 хп. Нет, забирает все-таки его инвокер. Связка кабана и птички. Ну вот, не любит зоопарк Blood Angel. ЕМП, минус вся мана. Нет, пытается уйти. Есть мана, будет на связку через 3, 2, 1, 0. Связка. Нет, Пауэршот в БМ. И инвокер уходит. Да, БМ там был очень плох. Но и Накс тоже был, прям скажем, не совсем здоров. Уходит назад Наксятина. Что у нас по предметам? Армлетка, Бладстоун. Здесь, видимо, выход на башер. Мека уже есть, кстати, я так и не понял, она была заюзана или нет. На кулдауне сейчас уже не скажешь. Так, ну что у нас? 1100. Ну, видимо, не купил, когда была возможность. И поэтому до сих пор бегает только с одной персой. По предметам пока не сильно все поменялось. Пытается Синдерин уйти в форстав. Где он здесь? 5. Ну, много еще достаточно ему. 800 голды надо нафармить. Ну, и где у нас он? Вот он фармит здесь свою голду. ПГГ в инвизе стоит. И здесь, вот, смотрите, вот она. Что? ПГГ зажухали просто. Связка, очень хорошая связка. Диаболик, ульт, молнии, стан. Нет, даже без стана. И, ну, жалобный крик. Ноу! No! ЦМ-ка отмирает.
И наверху у нас что-то готовится. Окружают. Окружают Джаггернаута. Сайленс. Войд. Нова. Ульт на кулдауне у Лича. Сейчас здесь, конечно, что-то будет для Лича. Не очень хороший. Пытался Лич уйти через телепорт, но не вышел. Не вышел. Слишком мало дэмэджа пока, чтобы убивать так. И разбегаются. Так, ВРка. И уйти уже не сможет. Нет маны. Кричат в нее. Лишрак пытается по ГГ. Стан заходит в Бестмастера. Жжет. Один против троих. По ГГ просто герой. Настоящий Рэмбо. И забирает. Забирает уже после смерти. Баланар продолжает преследование. И сюда еще подходит Наксятель. На хостах бежит Наксятель изо всех своих сил. Бежит просто, но сразу получает. Ну что, где? Где иммунитет? Не юзает. Баланара теперь гонит. И Наксятель. Ну здесь нужно уходить уже. Два крита поднимает Инвокер. Наксятель пытается грызть. Блочит Баланара. Пытается отойти в сторону, но поздно. Да, вот так по одному остается. Преследует Слоу на Найтсталкера. Ночь активируется. Колдснэп. Колдснэп идет, сейчас фростбайт будет, фростбайт. И да, забирают Вигаса. Ну что же, 23-20. Ошибка со стороны команды Moscow Five приводит к тому, что их разбирают. Ну, мне кажется, что здесь все-таки полезли Moscow Five туда, куда они следуют. Видимо, почувствовали кровь, почувствовали силу, но их жестко обломали просто. И, конечно, вот так они дрались. Два, там, два в один, потом подошли враги быстрее. Ну, это ошибка была. И что у нас после этой драки? Ну, небольшое падение такое. Если вот, как бы, пик эрекции был вот здесь, то сейчас Moscow Five так подспустились вниз. Но все равно на 7000 лидируют. И по XP на 11. Смотрите, набрасываются на Рошанчика здесь. Я думаю, что вот этот вард, он говорит Moscow Five, что происходит сейчас вот в этой локации. И они сходят сюда. Сейчас будет пауэршот на разведочку. Но времени не хватает. Все подойти не успеют. Тем более, что Баланар еще дохлый. Накс только родился. И у нас... Так, ну вот здесь сейчас худы будут скоро. И как у нас там? Что? Джаггернаут. Вообще. 2300. Пока еще. Да, вот уже Клеймор есть. Сейчас еще один купит, и будет он у него БФ. Но как бы особой радости ему это не принесет пока что. То есть сможет уйти в такой глубокий-глубокий фарм, погрузиться. Варды, все завардовано. И что? Джаггернаут здесь, смотрите, опасно играет. Видел он четверых. Есть ультимейт у него. Крутится Диаболик. Будет ли? Хелпа сразу подходит. Смотрите, телепорт сюда. Инвокер, торнадо. Накс, маны нет, но грызет. Пошел ульт. Один, два баунса только ульт. Накс продолжает грызть инвокер. И здесь опасная драка. Лишрак показывает свой класс. Заскребают Аегис у Джаггернаута, он рождается, и ультимейт там на кулдауне. Наксу не дают уйти. Хорошая связка, кричат в Баланара, жгут, забирают здесь Джаггернаута, конечно. А нет, ну нет, все-таки должны доскребывать его. Ну, неужели? Последний удар, он лечилку включает, но бесполезно. Так, секиры полетели, разбежались, Лич, ну, ульт у Лича неудачно вошел, бегут дальше. Урна на Энчандерску. Войд. Не очень хорошая связка. Инвокер выводит форстафом. И здесь в одиночку остается Бестмастер. Он пытается сейчас нанести как можно больше дэмэджа по Личу, но это так, перед смертью не надышишься. 26-22. Все-таки это первая башня только снесена здесь крипами. И все-таки показывает игроки команды Moscow Five, что если драка происходит 5 на 5, то преимущество на их стороне. И даже Аегис не помог. Вот давайте посмотрим. 143 дэмэджа и здесь тоже 153. Ну, дэмэджа пока нормально, но убивать все равно не могут. Очень толстый Найтсталкер, 2000 здоровья. Что у нас там? ВР-ка 1300, ну, Пронакс там 1900 тоже. То есть два таких серьезных танка, а в принципе убивать-то их пока и нечем. То есть, да, пока как бы вот так... Дэмэджа нет, по спалам отстают игроки команды MTW, и за счет этого 26-22 снова подъем у команды Moscow Five, и вот здесь наметился такой подъем. Да, ну, контрвардят, и снизу получает фарм у нас Джаггернаут. Что там по деньгам вообще? 11 уже на фарме у Леша, и Джаггер на, ну, тоже 11 почти, следом за ним Инвокер, ну и по мелочи там у нас идут остальные ребята.
по предметам. Так, ну, Boots of Travel сейчас, видимо, БКБ будет. И здесь Форстав. Здесь уже Battle Fury. Здесь пока никак не может Бесмастер собрать даже худы, не говоря уже о пайпе. И заход на нижний Тиван в исполнении MTW. Ну, здесь они, конечно, скребают его, без сомнений, потому что Moscow Five не идут достаточно. Нет, ну, они идут, хотя Лишрак остается. У Лишрака буты. Ну, юзают глиф, активируют ночь. Не отходят, их здесь пятеро. Хотя нет, вот сейчас Бесмастер подходит. И... так, инвиз, ночь, айсэмэр. Был бы БКБ, можно накинуться, но смотрите, как вард поставлен. Поставлен вард. Джиггернаут получает войд в спину. Сайленс, но убегает. Убегает просто слив маны от Найтсталкера. Лич с дастом, если что не так. Чтобы инвокера можно было загангать, а то запарил он в инвиз уходить. И здесь Джиггернаут проверяет, что как вообще. Дэмэдж 200. 210 даже. Ну, там еще криты могут вылетать. Однако, здесь что плохо, у Джиггернаута все-таки дэмэдж в ульте не зависит от базового его дэмэджа физического, который он наносит. То есть так, 175-250. Типа как Хаус Кнайт там станет. У тебя такие же рандомы, здесь просто разброс. Больше 75 единиц дэмэджа, все-таки большой разброс. И здесь, наверное, пригодится, ну, зависит от того, куда сейчас пойдет. Идут по центру, на Т2, заходят. Ну, захалдились. Сверху Баланар без телепорта, обращаю ваше внимание на это. Форстав, Мистик Став. Наксять на Сармлетком и Башаром. Заходят на центральный Т2. Связка хорошая в БМ заходит. Стан попадает. И отходят назад. Просто отгоняют игроков команды MTW. Не лезут. Ну, не лезут, потому что день, ночь на кулдауне. Даркнес просто отбивают. Ну, вот про что я и говорил, очень тяжело пушить MTW против такой команды. Большое количество спылов, и пока пайпы нет. А пайпы, ну вот есть худые уже, что там по голду? 497, ну пока еще надо терпеть. Пока еще долго-долго. Учитывая, что весь фарм сейчас проходит мимо Бестмастера. Так, пауэршот увидели. Пошла иллюзия Бестмастера. Немножко троллинга. Рошан ожил, что ли, уже? Походу, нет. А, ну... и, ну, здесь иллюзия. Так, это иллюзия. Да. В иллюзию не всегда попадешь. 26-22, 32-я минута игры пошла. И у нас по, как бы, статистике на 7 тысяч по голде впереди. И на 13 тысяч уже по экспе. По уровням у нас... 19-й Лишрак, 15-й Лайфстиллер, 12-й Лич, 16-й Найтсталкер, 16-й Виндранер. И здесь, посмотрите, выше 16-го только Джиггернаут. Остальные все 13, 15, 11, 14. Что, кстати, вот Джиггернаут. Вокер Форстав, вот купил себе ультимейт. СМ-ка только с брайсером. И здесь, видимо, ну хочет на себе рейнджа чуть побольше прибавить. Будет как снайпер на втором или на третьем левеле. ВР-очка. Ну, видимо, собирает Хекс. Буанас БКБ уже. Здесь пока ничего нет. Да и не нужно ничего лечу. Здесь Башер. И здесь, ну, здесь все хорошо уже. 1800 хп. Лишрака-то так просто не убить. Но и армора, в принципе, тоже достаточно. Чуть-чуть бы побольше, наверное, хотелось бы армора для Лишрака. Так. Ну, новый здесь получает. Бладенджел отходит назад. Что-то там все пишут. Так, с птичку срубили пауэршотом. Вот как-то сейчас прессингуют так слегка игроки Moscow Five. Такой моральный чисто прессинг. Мы, говорит, где-то здесь, и вам нужно чувствовать себя в опасности. Типа, как ты едешь такой, и где-то вот... гаишники ночью стоят, а ты на 20 километров скорость превышаешь, но они где-то стоят, а ты не знаешь, где они. И вот сейчас будут заходить. Здесь важно не совершить ошибки Moscow Five. Если что, отойти в нужный момент. Так, молнии отгоняют. Ну, кто будет открывать у нас схватку? Не лезут. Лич. Торнадо. Рик в лича уводит Форстаффом его. Есть ХП. Врывается Баланар.
с Наксом заскребают просто в нулину. В нулину заскребают БМа. Гонит, гонит здесь. Убирает Инчандерску, но сама тоже погибает. И здесь ЦМ-ка связывают Джиггернаута. Сейчас забирают, забирают здесь. Нет, он пытается уйти, пытается, но не уходит. И Инвокер, если даст. Так, даст-то нет, но Инвокер форстафом уходит. Буанар преследует. Форстаф тебя Бладенжел. И Пауэршот там ворует, ворует Вигас Вайдом. Отходит назад. Здесь еще стоит центральный Т2. И поэтому базу еще забирать рано. 30-24. 4 в 2 размен. Грызу вторую башню. Под Диаболиком она просто уносится. Дай боже. И подъем, подъем. Снова по голде уже на 8000. И по XP на 14. Предметом. Ну вот скоро, скоро уже у Бестмастера будет, будет пайпа. Через 700 голды. А в остальном, ну, видим, что здесь как бы БКБ и здесь иммунитет. Эти два героя врываются и наводят такого шороху в стане вот этих малых эповых ребят, которые ничего против них не могут сделать. Иммунитет к магии как бы очень сильно помогает здесь. И на основе этого, то есть они могут как-то прорваться, выйти из драки, преследуя малых эповых. Ну, Лишака уже тяжело назвать малых эповым. ВР-ку можно убить, однако Швиндран, Лич 1100. Ну вот Лич как бы их цель, смотрите, гему Лича. И вот здесь под смоком бегают ребята. Бланар, вот они ищут его, но... Птичка, птичка, да, здесь была. Бланар, наверное, понял, что за ним идут и отходит назад сразу же. Верхний инвиз, Джиггернаут, Яша. Окей, что это, манта будет, что ли? Или Сангиен Яша? Собирается вот здесь. Ну, чуть-чуть уже осталось. Сейчас кончится смог. И надо отходить. Надо отходить. Они отходят. Лич в инвизе здесь. Сейчас увидит, увидит этих ребят. Получает левел Лич. Видит. Но здесь нельзя накидываться на Джиггернаута. Но Лич-то об этом не знает. Преследует. Ну, хорошо, что не кинул нового в спину. А то бы сейчас помер бы сразу же. И... Так, рычат. И ульт заходит. Много крипов, стан. Ну, здесь сразу крипы были разобраны. Убегает Энчантреска. Забирают сразу двоих. Забирает третьего. Преследует Инвокера. Лич с гемом далеко. Сейчас, если уходит в инвиз, то его не догнать. Здесь еще уходит Энчантреска. Пытаются что-то сделать. Ну, можно забирать центр. Энчантреска фармится. Иллюзии. И заходит на центральный Т3. Используется глиф, но здесь... 30, 46, 26. Да, похоже, что первый матч из Best of 3 сета останется за командой Moscow Five. То есть ради приличия MTW посопротивляются, но вряд ли им что-то удастся здесь сделать. Здесь чувствуется переломный момент. Ну, был достаточно давно. Перепикали, мне кажется, здесь Moscow Five своих оппонентов. Забрали центр полностью, сразу переключились на низ. Так, торнадо, ЕМП, Войд в спину, Лич там пытался погеройствовать, что с гемом, в принципе, достаточно. Так, ну и забирает Лича геройского. Гем лежит, нет слота у виндранерки. Забрали, ушел там, ушел в инвизе инвокер. И вот здесь, смотрите, Энчантерский кебаб там в спине, в спину бегает, меняет на рычат, отбивают гем. И Джиггернаут не прощает Лишрака. Связка. Хорошая связка. Телепорт. Телепорт Лишрака. Гонят они БМа. Хексна забирают, забирают здесь. Но, скорее всего, инвокер уйдет. А вот БМ уже вряд ли с Джиггернаутом. Оба отмирают. Забирается нижняя линия. Рингов позилис. Good game, пишут игроки команды MTW. Это победа команды Moscow Five. Отлично. Первая карта взята. Ну что ж, дело за малым, и кажется, 500 евро уже в кармане. Но расслабляться нельзя. Догрызают. Догрызают центральные башни перед троном. ЦМ-ка здесь. Но получает стан. Ульт заканчивается. Да и убить тяжело. Тут 1900 хп. Хикса, мека там. Бладенжел встал просто. И ну что здесь делаешь? Здесь, конечно, 160 дэмэджа, но... Как бы, все, грызут, грызут. Грызи не хочу, Лич. НС убегает зачем-то назад. Лич дисконнектнулся, понятно.
почему Лич бежит назад с полными хэпами. Здесь пытается инвокер что-то выйти, но вот Blood Angel здесь контролит. Забирает трон, последний удар, последние секунды первой карты, и мы ожидаем начала второй карты. Будем надеяться, что Moscow Five продемонстрирует нам такую же хорошую игру по пикам, как была продемонстрирована в этой. Ну что же, победа, победа Moscow Five. Переключаемся ненадолго и не переключайтесь, смотрите с нами Moscow Five против MTW в финале лиги ФПЛ. Для вас работает Марчелло. Всем на moscowfive.ru, пацаны.